программе музыкального фестиваля только лучшие номера и выступления артистов. Когда «Мои друзья» со мной собрал национальные творческие коллективы немецкого, армянского, башкирского, мордовского, украинского, грузинского, азербайджанского, национально-культурных центров, а также учащихся детских школ искусств Самары. Организатор фестиваля – муниципально-бюджетное учреждение «Самара Духовой оркестр» под управлением Марка Когана. Замечательная концертная программа. Она посвящена дружбе народов. Дружбе через искусство, через умение спеть свою музыку, знать свою культуру, знать свой язык. Все вокруг замечательные люди, а те, кто поет, играет и танцует, это люди, дети уже вообще тронутые лучшим духом культуры, которая приводит к очень хорошим человеческим результатам. Изучение обычаев предков через культуру ведет к сохранению народных традиций и приобщению к ним детей. Ведь культурный код передается на таких вот праздниках. Они знакомят детей с народными традициями, обрядами, фольклором разных народностей. А создание благоприятных и комфортных условий для общения созданы. Ежегодно мероприятие проводится при активной поддержке администрации Самары. Самое главное – задача этого мероприятия – объединять ребят. Ребят разных национальностей. Ведь они поют песни разных народов, танцуют танцы. Великолепная музыка духового оркестра как нельзя лучше сплачивает их. И ребята понимают, что все они – часть одного большого многонационального народа нашей страны. Нашей многонациональной Самары. Программа знакомит детей с искусством и культурой народов, населяющих Самарскую область, формирует эстетический вкус у подрастающего поколения на основе традиционной народной культуры. Поучаствовать в фестивале приглашают воспитанников центров детского и народного творчества региона, участников художественной самодеятельности, национальных обществ, детских школ искусств и детских музыкальных школ, средних школ и, конечно, друзей. Я стараюсь всегда присутствовать на этом мероприятии, потому что уже 7-й год наш ансамбль «Ляйсян» участвует в этом мероприятии. Я прихожу сюда, чтобы увидеться со своими друзьями и послушать, и посмотреть самые лучшие номера, которые ставят дети и подростки. Сегодняшний день очень значимый для нас. Это фестиваль «Когда мои друзья со мной». Это ежегодный фестиваль такой, который укрепляет, воспитывает детей, молодежи нашего прекрасного Самарского края при поддержке города Самары. Духовного оркестра и все национальные центры. У нас есть возможность очередной раз детей поднять на сцену и посмотреть на их блестящие глаза и тепла, которые, несмотря на холод, отражается на всех. Развитие дружеских межнациональных отношений, сохранение национально-культурных традиций – вот те главные задачи, которые уже не первый год ставят перед собой организаторы. И, нужно сказать, с успехом их осуществляют. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События.